Приветствую всех на Wall Street Online. Каждую пятницу в 20.00 мы рассматриваем основные фьючерсные рынки с точки зрения объемного анализа. Так, маленький анонс небольшой. 30 числа открытый вебинар. Приходите по теме курса платформа WallFX от А до Я. Интересно будет, я буду вести этот вебинар и разные настройки платформы, которая намного облегчат вам торговлю, анализ и, возможно, некоторые вы даже не знали. Так, новости и события, которые нас ждут на следующей неделе, которые были на этой неделе, ну, именно в 20.00 сегодня выступает с речью некий Дональд Трамп. Его назвали средством массовой информации The Donald. Вот, и надеюсь, он тоже вспомнит про наш обзор в своей речи. Так, на этой неделе существенных каких-то изменений по фундаментальным направлениям не было. Процентные ставки оставили на том же уровне. Выступление Йеллен не особо повлияло на динамику индекса S&P 500. Ну и сейчас идет период отчетностей в Штатах. И с 9 января по следующую неделю отчитываются как раз гиганты капитализации, банки, вот инвесторы, финансовые конгломераты и монополисты. Значит, по итогам уже существующих отчетов, которые уже есть, отчитались JP Morgan лучше прогнозов и по EPS и по доходности. Wells Fargo тоже лучше прогноза, 23 и 24. Bank of America хуже ожидания, намного, ну не намного, там буквально на 0,83, тоже 20 отчетность получилась. BlackRock капитализация меньше, чем предыдущих трех банков, но буквально на 0,1 хуже ожидания. Это несущественное на самом деле относительно прогноза отчетность. То есть, в принципе, все пять из вот этих, которые сейчас буду называть, они читали все хорошо. Morgan Stanley лучшее ожидание, Citigroup лучшее ожидание, в среду отчитывался Goldman Sachs лучшее ожидание, причем существенно. Потом в четверг отчитывался Bank of New York лучшее ожидание, совсем на копеечки для этого банка. Также сегодня отчитывался SunTrust, ну, капитализация не гигантская, но из финансового сектора именно. Так, ну, в принципе, все назвал, да-да-да, это вот финсектор, все, судя по этой реакции на за этот квартал, выбор пал на Трампа, соответственно, продолжается капитализм. На следующей неделе будут такие отчеты. Ну, в принципе, такие отчеты самых крупных по капитализации уже были. Да, то есть все, уже прошли финсектор, да, все, вот. Так что вот такие отчеты, соответственно, предпосылки на рост, продолжение вполне могут быть, и пока еще не подняли процентную ставку федералы, могут вполне дернуться на север. Но на следующей неделе, кроме сейчас я фильтр выставлю. В
пятницу будет, пошла там ВВП отчет. И это очень важно. Сейчас скажу точно. Да. За четвертый квартал, причем самое интересное, предыдущий отчет был 3,5%, а аналитики прогнозируют 2,2%, то есть очень сильное изменение в худшую сторону. В четверг по штатам продажи нового жилья, тоже снижение ожидают аналитики. В среду запасы сырой нефти в 17.30. И во вторник продажи на вторичном рынке жилья, тоже изменения в худшую сторону. В понедельник выступает по евросектору Драга. Вот. И также во вторник индекс деловой активности в производственном секторе Германии, тоже немножко в худшую сторону идет прогнозирование. Также в среду по Германии индекс делового климата. И ВВП в четверг по Британии. Предыдущий за четвертый квартал 0,6, ожидает 0,5, то есть немножко снизится, ну, по прогнозам, вернее. И на следующей неделе Восток будет праздновать Новый год по лунному календарю. Насколько это сильно повлияет на рынки, не знаю, но будет. Так что это начнется в пятницу. Вот, в принципе, и все, что ждет инвесторов, и необходимо следить. Особенно четверг-пятница, я думаю, будет очень пристально следить за отчетностью по ВВП в Штатах. И если будет сильное изменение относительно даже ожиданий, то пока вот банки отчитываются хорошо, сильных причин на падение фондового пока еще не предвидится. Вот такие события нас ждут. На этой неделе также было выступление Йеллен. Ну, я смотрю, по S&P особо не повлияло это. А, забыл сказать, в четверг Jobless Claims. В четверг на следующей неделе самый такой насыщенный будет по событиям. В пятницу добавят 27 числа ВВП. Волатильность. Так, ну и маленький осмотр за последний месяц. Вот на Finvizia S&P выглядит удивительным образом. Финсектор немножко так откорректировался. И самый такой худший из S&P 500, это, наверное, Хомка. ExxonMobil Corporation 7% и Chevron на 2% снизились. Добрый вечер. Планета выглядит за последний месяц. Это вот фактически январь. Более-менее. Особенно вот ситуация стабилизировалась в Бразилии. Китай потихонечку восстанавливается. Интересно, очень просели в Ирландии вот несколько компаний. А так, в принципе, планета выглядит терпимо. И по секторам идентично. То есть там буквально вот индексы волатильности просели немного. То есть Apple, Google в начале, как обычно, лидеры. China Mobile 6%. Ну, в общем, картина более-менее стабильна пока первый месяц этого года. Так что пока можно не тревожиться особо. Ну и начнем с S&P. Так, здесь у нас картина за 2 года по S&P на срезе объемов и открытый интерес. Вот как раз эта неделя немножко сбросили позиции, как вы видите, находятся на пике у максимумов 2 года, и коррекция до 22.00 вполне ожидаема. И 1, 2, 3, 4, 5, 6 недель уже стоят у потолка.
Собственно, посмотрим сейчас, что там по объемам. Объемы снизились. Это сезонность, это вполне нормально. Допустим, посмотрим на... Вот видите, здесь объемы были гораздо лучше в 2016 январе по сравнению с текущим январем. Ну, посмотрим, возможно, возобновится. Я думаю, это связано опять же с инаугурацией Трампа. Сейчас происходит, все к нему едут, общаются, он озвучивает политику по отношению к каждой стране. Ну, я думаю, сейчас на месяц-два точно многие уйдут в режим ожидания, что и как он встретит тех или иных правителей государств и, собственно, какую политику будет навязывать, либо же не навязывать. И тогда уже будут приниматься решения. Поэтому ликвидность пала, и это достаточно нормально. То есть каких-то необычных происшествий не произошло. Вот. По S&P выделим сейчас уровни за текущий контракт. Напомню, что у нас вот появился новый модуль Cluster Profile Professional. Это два модуля теперь превратились в один. И на Cluster Profile Professional вся информация, которая вам нужна, сразу можно ее комбинировать и очень удобно. Те, кто еще не протестили, кстати, кто уже разобрался и пользуется непосредственно этим новым модулем? В чате есть такие? Ваше мнение, разобрались сложно, либо нужно что-то доработать. Так. Так, вот у нас текущий контракт. Берем пока VWP. Значит, по ликвидности более-менее так по отношению к текущему контракту мартовскому ровно шли вот здесь на рост как раз в первых числах января и немножко добавили вот прошлый четверг и среду. Эта неделя прям вся боковик и ликвидность понизилась. Все объемы вот можно выделить, они прошли фактически 22.61, 22.66. У нас ядро, можно так захватить и 59-ю. Вот. 22.59 по 22.60. Нет, даже выше, вот. 68. Это ядро текущего контракта с 12 декабря взят период. И по открытому интересу у нас выходили основную часть текущей недели. То есть был фикс, и сегодня вот немножко прибавили. Несущественно, но пока открывают позиции, и котировка не совсем движется к росту. Пока они будут находиться в этом коридоре, в принципе, рекомендую занять выжидательную позицию и ждать, пока расширит коридор. Либо за 68-ю, либо за 59-ю. То есть, вот кто начнет контролировать цену, здесь, как мы видим, сопротивление пока еще осталось в районе 69-72. Давайте зафиксируем. То есть, в идеале должны пробить вот этот коридор. 70-72, так будет спокойнее и надежнее. Тогда можно уже и присматриваться к покупкам. А с продажами тут однозначно можно зафиксировать 54-55. Неоднократно поддерживали этот уровень. Сейчас мы фильтры немножко ослабим. Конечно. Вот так это выглядит. 52-54 на самом деле немножко ошибся.
Это у нас такой контрольный уровень поддержки ближайший. Пока будут стоять выше 52-54, в принципе, есть еще шансы на восстановление роста. Потом у нас идет массив 45 по 42. Второй уровень поддержки. Ну и ядро так пока и осталось на уровне 59-68. Вот возьмем этих $9 коридор. Тут, как видите, с открытия контракта так они и стоят. По дельте пока вот сегодня вообще нулевая, была в среду еще более за байерами фиксация 19 числа. Ну, вы видели, по открытому интересу в основном фиксировали. Топовая дельта 32 тысячи, она как раз на уровне ядра находится, и поддержка так и есть. Как поддержка мы ее захватили, давайте возьмем тогда уже и этот 51-54. Вот, пока в коридоре, лучше дождаться, когда возьмут уже в контроль либо байера, либо селлера, там уже после ВВП, я думаю, будет понятно, после отчета. Так, ну вот такая ситуация по S&P, возьмем более так спекулятивно, сейчас выделим. Режимы можно настраивать и выделим непосредственно американскую часть обои сессии и посмотрим, как в основном себя вели в период американской торговой сессии. Обратите внимание, что открылась сегодня пятница с таким небольшим гэпом относительно закрытия четверга. Буквально откорректировались до точки закрытия и восстанавливают цену до вот этого основного массива текущей сессии. VWP на уровне 63,5, это относительно как раз цен и объемов американской торговой сессии. Ну и расширили также сегодня коридор, обновили максимум недели за 73, около 73. Поддержку фиксируем более точно, вот 57,5, 56. Это вот такой базовый уровень поддержки. Ядро недели отдельно сейчас выделим. 65. То есть вот оно ядро, его пока протестили, это в принципе положительно для возобновления роста. На 10 тонн вот сбросили стопорей у ребят, которые покупали утром. Ну, в общем, если пятница закроется на 68 и выше, вполне могут в понедельник, вторник динамику на рост показать. И там уже ближе к ВВП, я думаю, будет затишье и выброс волатильности как раз в период отчета по ВВП. Это четверг-пятница. Там еще Британия тоже по ВВП считается. В общем, непосредственно внимание все на конец недели будет сосредоточено. И обратите внимание на то, какие по дельте прошли уровни как раз вот в районе максимума недели. Буквально 70 отметка по дельте вышла на продажу, ну, по, на стороне продавца, остальные все в основном дельта на покупку. РТС. Это вот ситуация, котировка за
три контракта с 13.06.2016. И снизу мы видим гистограмму открытого интереса. Платформа, которая вот стратегически важно ее отметить и ориентироваться. Пока не уйдет RTS ниже этого диапазона, вполне может восстановиться динамика на рост. По открытому интересу картина вот в районе 600 тысяч, были и побольше периоды. Но пока вот стоят, опять же, в ожидании, я думаю, буквально на следующей неделе должен Трамп и Путин встретиться, обсудят какие-то вопросы, и результатом уже, я думаю, если будет все хорошо, и, возможно, даже санкции снимут какие-то, это будет сказываться на дальнейшем росте, либо же снижении. Опять же, все ждут вот этих встреч и итогов. Потом начнется уже разбор полетов. Соответственно, открывали позиции 11, 12, ой, сори, забыл добавить эту неделю. Вот, открывали позиции 18 и 19. Сегодня фиксируют, вполне разумно, под конец недели зафиксировать снижение. Ну и давайте посмотрим лучше за день, за этот контракт, ситуацию. Как видите, с 11 числа идет в основном отрицательная дельта. Пока это нормально. Сейчас выберу лишние линии. Ядро контракта находится на 114.500. Возьмем, захватим еще 112.500. Это вот основной массив, который сформировали уже в начале контракта. Вы видите, сколько торговых сессий здесь. Простояли так неплохо. Так, тут все нормально. Вот. И сейчас мы скейл поставим по дельте. Теперь отметим сильные выбросы по дельте. Значит, на продаже вот эти две сессии были достаточно так агрессивно настроены. Коридор сопротивления 115-250 по 115-800. И вот этот коридорчик тоже возьмите на заметку. Вот, вот вчера и сегодня прошлись селлеры так неплохо. Поддержка вся сосредоточена в районе 112-850 по 113-300. Тут несколько сессий, даже буквально три сессии по одному и тому же ценовому диапазону агрессивно размещались на покупку. Так, и вот, в общем, коридор. Как раз до этого уровня и откорректировались, и будем ждать. В общем, я думаю, что те, кто торгует РТС, уже также в ожидании итогов встречи с Трампом, и дальнейший вектор будет зависеть от положительные итоги будут, а неположительные. Ликвидность потихонечку восстанавливается после Нового года. Вот предновогодние обороты, как видите, по 400 тонн всего за сессию. И вот уже потихонечку вышли к 600 на этой неделе. На следующей, думаю, еще больше будет. И там уже дело за малым. Пока стоят выше 112 500, 114 500.
То есть пока котировка будет держаться выше того коридора, есть еще шансы на восстановление динамики. Сейчас мы откроем VWAP. По VWAP, конечно, картина не особо позитивная. Ушли достаточно неплохо уже от показателя. И 116500 у нас в район справедливой цены относительно объема по текущему месяцу. Как только выйдем за 116500, уже будет более позитивная картина с положением роста. Ну и слава богу, что пока вот даже при таких при такой котировке вполне могут в понедельник, вторник, если особо нефть никуда не уйдет, вернуться в коридор недели. Давайте сейчас мы неделю еще рассмотрим. Относительно недели показатель на 115-200, вот в районе этой цены у нас такая более справедливая цена и взвешенная относительно объема. Плита, которая вот мы наблюдаем с четверга, опять по времени надо выделить правильно. Обязательно обращайте внимание, кто пользуется платформой, если поменяли где-то настройки времени, потом и уровни, и все остальное может быть неверно, как только что я сделал. Успел поменять, поэтому, вернее, обратить внимание. Так, выделим ядро. Это коридор недели 116 по 115-350, это понедельник, вторник плюс среда. Практически в одном коридоре простояли все три дня. И движение до 114, это у нас второй массив недели, то есть двухъядерная, два ядра. Собственно, как только вернуться выше 114, есть вполне вероятность возврат до первого ядра, в который с понедельника по среду сформировали. Дельта проскакивала на стороне байеров сегодня неплохо, особенно после 14.00 фигурировала достаточно часто. Ну и единственное, что вот сбросили байеров, которые с 15.15 вплоть до закрытия, на закрытии достаточно много объемов на покупку. И давайте посмотрим, какая была у нас ситуация по открытому интересу. Ну, в общем-то, вот так. Набирали позиции более-менее так по чуть-чуть плавно до среды. В четверг был пик по входу. Ну и, естественно, всем, кто там заходил, быстренько испортили настроение. Так и не сегодня не заходили, как видите, практически по открытому интересу. Соответственно, правильно сделали. Вполне разумное решение. Все-таки переждать этот период, пока Трамп там отмечает. И дождаться уже новой информации фундаментальной. Принимать уже решение. Так что вот так вот. Период там, где открывали позиции, как раз совпадает с дельтой на стороне байера. И как только начали сбрасывать этих ребят, вот тут сразу же и пал открытый интерес. Сбросили стопори, вполне может восстановиться котировка понедельник-вторник. И как только уйдем выше 114-500, там уже следующий таргет 115-350-116. Вот. Это по РТС, рубль. Вот такая картина по рублю за этот контракт. Ликвидность. Да, я в курсе, Михаил. Он с 13 числа уже отмечает, празднует инаугурацию. И как только начался Wall Street Online, он сразу выступил с речью. Да, речь не очень, потому что он отказался от услуг
Ну, я надеюсь, он от себя говорил и по-настоящему. Так, речь слушали, да? О чем там хоть слова какие были хотя бы? Побольше не всегда, не всегда длинные выступления это хорошо. Я думаю, самое главное, чтобы от чистого сердца было, как по мне. Повторение. Ну, вообще какие-то аспекты затрагивал. Явно он не рассказывал про социальное экономическое равенство, что-нибудь там про ага, ну точно, точно, да. Всех американцев счастливыми. Ну, скорее всего, легализируют не только марихуану в Америке, все остальное тоже. Скорее всего, вот такой будет ход. И тогда все будут счастливы. Так, ну да ладно, с этим Трампом пускай развлекается. Немножко подросла ликвидность, как вы видите, по текущей неделе, скажем, даже пик этого контракта по рублю. И 4 миллиона оборот был как раз вчера. Возможно, это как раз накануне связано с инаугурацией. По Дельте в основном фигурировали покупатели. Топовая Дельта на продажу у нас была 12 числа, за ней вторая идет 17. И последние 3 дня в основном были байеры. Сегодня, можно сказать, нулевая Дельта. Там и по коридору тоже не особо отличились. Вот по открытому интересу у нас идет открытие позиций, набирают с 4 января постепенно, постепенно, постепенно. Сбрасывали буквально вот 19 числа, немножко сброс был, но не существенный, так как тут буквально на небольшое количество пали. Ну, набирают позиции, вот эта платформа как раз и нужна для определение непосредственно важного коридора. Ну тут как и совпало, тут и ядро текущего контракта 60-420 по 60 ядро переместили на минимум контракта. Вот, и пока болтаются выше этого коридора, поэтому тактически очень важно, чтобы ушли ниже 60, если на продолжение нисходящей динамики. Так, давайте посмотрим, что у нас тут по дельте. Вот была достаточно интересная дельта. Мы сейчас на споте еще посмотрим, насколько там это все отобразилось. 16 числа, вот как раз в понедельник, бросили там немножко агрессоры на продажу, и 61.020 тоже уровень, достаточно сильный дисбаланс. Сейчас я немножко поменьше поставлю фильтр, потому что 500 это немножко многовато, более жесткий фильтр получился. Так, и в принципе ближайшие такие массивы, которые прям нужно отметить, это коридор 60-140, вернее 62-140 и 61-820. Вот здесь как раз и сформировали ближайшую плиту по сопротивлению. Ну, в общем, байеры очень активировались последние 2 недели. Здесь в основном было открытие позиций. По дельте, как видите, фигурируют в основном байеры. И по ликвидности также прирост ликвидности последние 2 недели. Поэтому концентрация активности, ликвидности дельты с открытым интересом вся сосредоточена вот эти
недельки. Поэтому давайте сейчас еще посмотрим эту же ситуацию на споте, как там это все выглядит. Итак, соответственно, и тут такая же по росту активности и по ликвидности. Мы видим, топовая была сессия вчера, 5,5 миллионов оборот был, и по дельте пик 770 тысяч дельта на стороне байера. Тут мы сейчас дельту посмотрим, и вот с биржевой маркировкой 598. Только до этого был режим TickDirect, поэтому я и переключил, чтобы более так уже основательно увидеть, какая же дельта за этот период. Ну, буквально 17 числа были селлеры, и котировка пока с этого момента не особо выглядит на продажу. Выделим коридор, где были продажи, и ближайший такой контрольный уровень сопротивления у нас 60-40, 60-65. По этим ценам в разные сессии проходили интересные дельты на шорт. Вот, пока вот этот уровень не пробили, даже один раз протестировали. VWP вот 59,7 стоит средневзвешенная. Это не мувинг, а более так формула расчета идет средней цены относительно уровней по объему. То есть там учитывается ликвидность, где находится нет, сколько ликвидности. Так она и выстраивается. Грубо говоря, пока вот в районе нейтральной ситуации. Не сильно отклонились под VWP и не сильно ушли на покупку с этого момента. Ну, в общем, первый ориентир 60-40, 60-65 и 59.1, 59.3 в качестве возможного уровня активации снова селлеров. Тут как раз 17 и да, только 17 и 12 числа там была какая-то активность селлеров. Пока вот такая картина. Сегодня дельта уже поменьше, хотя вчера была почти 600 тонн. И на более таком детальном в 15-минутном таймфрейме сейчас на рубле мы выделим какие-то важные точки по дельте. Значит, неделя у нас делится на два периода под и до VWP. Это как раз вот среда. До среды они уходили ниже средневзвешенной. Ну, это для позиционирования, чтобы ориентироваться, насколько перепродан либо перекуплен маркет. Вот у нас первое ядро, и второе ядро у нас сейчас более точно вот 59.92 и 60.07. И вторая часть недели, это четверг-пятница, вышли буквально сразу же с открытия, вот ушли, причем поставили максимум, установили 61.040, и это буквально до часу дня. Так, не очень церемонились, в основном тут были байеры, как видите, на весь этот период. Потом чуть сбросили стопори до обеда, и там и остались фактически в этом коридоре. Пятница тоже не особо позитивно, расширение не произошло, так и остались в коридоре четверга. Первую половину дня в основном байеры фигурировали, пока вот держатся в коридоре еще приемлемых относительно байеров цен. И вот мы выделим в пятницу, где были активисты такие 60 350 60 430. Потом в общем кумулятивно по дельте уже вот как раз в четверг и вышли в байеры более перетащили одеяло. В общем, как раз вот
с 12.30 уже была победа за байерами. По дням тотал по дельте практически 4 сессии из 5 победа байеров. Поэтому осторожней, тут могут коварненько сходить еще. И поставим сопротивление 60-810 или 60-70. Тут неоднократно проявили активность селлеры. В понедельник вечерка, если не ошибаюсь, очень так неплохо здесь оставила объемов на шорт, после чего вторник кошпаренно ушел с этих цен. И пока этот же коридор, вот, боятся даже в пятницу пробить. Поэтому могут еще удержать, пока есть еще шансы. Вот такая вот картина по рублю. Далее евро. Ну, понятное дело, все зарабатывают на Америке, а в самой Америке проблемы из-за этого с безработицей. Объяснил людям, в чем проблема вообще. Надеюсь, там не сильно в это верят. Так, евро. Текущий контракт фигурирует в последнее время дельта на шорт. По ликвидности в последние 3 недели более-менее, бывали времена и получше. Обратите внимание, что в понедельник оставили немало объемов, 72 по 73,5. Пока, если не ошибаюсь, 17, да, не 16, 17 числа, вторник. И 3 сессии пока что считаются с этим объемом и не могут никак его пробить. Значит, по ядру контракта тут все ровненько. В последнее время евро торгуется аккуратно, технично. Это неплохо для системной торговли. Скажем, ядро так плотно 47.51. Протестили, все как положено, сбросили всем стопори. И тут смотрим на вот эту ликвидность. То есть 62-64 уже неоднократно тестили, и тут прям уже 4 либо 3 сессии точно подход был, и по дельте не особо картина на рост выглядит. Давайте посмотрим по открытому интересу. Ну, в общем, потихонечку сбрасывали весь максимум этого контракта. Оно и понятно, перед инаугурацией надо скинуть на максимуме. В общем, основная массивность у нас 47.51, с нее встали и идем уже 3 недели на рост. Бросили во вторник существенный объем прямо на максимуме вторника, и пока откорректировались после двухдневного снижения с этого объема. Не пускают уровни 0.62-0.64, 4 раза уже тестили, не пустили ниже корректировку. Соответственно, расширяем цену за 0.62, уже покупок тут лучше не делать, дождаться плиты максимума основных объемов по контракту. Но я думаю, что на следующей неделе ядро контракта могут принести как раз вот в районе 0.64 по 0.74. Пробьют 73.50, соответственно, тут шортить выше пока не стоит. Пускай расширит хотя бы до 0.8, там уже можно будет присмотреться. Фунт.
По фунту тоже 17 числа был топовой по ликвидности торговый день. Еще такой был примерно 11. Ну, касаемо ядра у нас коридор 23.60 и 22.55. В общем, тут у нас был уже как раз период ядро вернулись обратно, то есть неделю были ниже ядра и снова возвращаются в этот же коридор. Дальше останется только уже 24 с копейками в осилии, 24.35. По дельте у нас ничего хорошего, тут одни только селлеры фигурируют, и по открытому интересу фиксируется с 16 числа. То есть тут выходили, понятное дело, после трехнедельного снижения, и потом еще выходили здесь в основном. Ну, несущественно, поэтому там сильно как-то на это реагировать не стоит. Перед инаугурацией тут вполне предсказуемая активность. Топ 17 числа, и в этот топ у нас дельта на продажу. Так что, в принципе, вот здесь в первую очередь нужно обратить внимание на поддержку. Сейчас мы ее выделим. Вот так вот отобразилась дельта на стороне байеров. На самом деле, видите, весь этот рост как раз вот период самого такого волатильного участка на этой неделе фигурировали байеры. По дням как раз вот период хорошего прироста по дельте, и непосредственно этот коридор стоит выделить в качестве тактически важной поддержки. Пока, видите, 3 дня аккуратненько считаются с этими уровнями, и байеры, ну, еще пока есть контроль. У селлеров штаб-квартира находится тоже в этой же сессии на максимуме 23.73. Там прямо, он, видите, массивность такая плотная. Немножко ошибся, вот 23.83 и 24.10. Вот этот массив и немного вот этот участок я захватил. Пока вот ни четверг, ни пятница не ушли выше, видите, периодически дельта на сторону байеров выходит, и еще вот такой коридор тут прям несколько дней фигурировали байеры. Сегодня тоже был такой непосредственно интересный момент, прямо вот здесь вот на минимуме дня дельта прошла на стороне байеров. Так что в анализе нужно аккуратненько все просматривать, не спешить и смотреть на данные с разного ракурса. Вот 23.43 по итогу недели стоят близко очень у максимума, ядро там же находится, вот здесь 22 там 90, то есть VWP вот у нас находится. То есть де-факто как раз поддержка начинается вот в этом коридоре 22.23 по 22.78. Пока еще будут стоять там в этом коридоре, терпимо. Уйдут ниже 22.25, покупать уже будет опасно и не стоит. И, в общем, вот так вот. А пробью 24.10, уже открывается зеленый свет на продолжение покупок. Так, 6 иена.
Сейчас грузятся данные. Так, погрузилась. Здоровье уже лучше, на поправку иду, уже самое страшное позади. Была температура, там немножко температурила. Так, восстановился в основном. Так, дельточку мы сейчас присмотрим. Ну, в общем, появляется активность на покупки его четверг-пятница, тому хороший пример. Тут некоторые периоды прям брали контроль сильно. Массивы байеров вот здесь и вот в коридоре, причем повторно в пятницу тут же, видите, заходят. VWP достаточно близко, вполне могут в понедельник его пройти, и вот эти два массива, которые якобы совпадают у них ценовой диапазон, мы возьмем на заметочку. Удержали пока 86-88, и тоже на до среды стояли выше VWP, то есть все было отлично, и тут решили резко сходить на 86-87. Ну, как только пробьют вот этот коридор, сейчас мы немножко подправим настроечки. Ой. Тоже уберем. Так, ну, сопротивление тут ближайшее, которое было, вот массив, и массивность, которая два дня активно себя вели. Если в покупках стоите, то вам нужно пробить обязательно вот этот коридор 87-34. Вот по байерам сегодня вот плотно на фильтрах видно. Главное, чтобы не пустили ниже 87.03 по 87.11. Тут как бы совпадает по двум дням даже активность. Промежуточные шорты были в раз 87.92 и еще один до заход. Вот как раз среду-четверг не пускали выше 87.55. Вот еще одна такая активность, которую нужно пробить. То есть, ну, прям под линейку тут стояли. Это сопротивление, вот как раз пятница с этих уровней ушла и даже вернулась к ним. Это очень может поменять в продажах. Ну, тогда можете стоять, пока не пробьют 87.45-47.50. То есть, можно даже за 87.60 поставить стоп-лосс плюсовой и ждать ситуации. По дням сейчас
Так, это она. Вот у нас продажи с 3017 числа как бросили, так и, ну вот, немножко падает дельта и вполне могут завершить коррекцию. Сейчас посмотрим по открытому интересу, что там за картинка. Сбрасывают, видите, тут пока чуть-чуть входили 18 и 17 относительно контракта всего. Ну, не критично, но вот эти сессии две, они не особо фигурируют на открытие позиций. Поэтому коррекция может еще и затянуться. 86-56. Такая вот пятидневная плита. И ядро контракта еще далеко. 85-600 по 85-23. Ядро контракта, промежуточный уровень 86-16, 86-56. Даже плотнее надо взять, вот так. 86,5 и 86,17. Ну и вот эти две сессии, ядро обязательно возьмите. Три восьмерочки, ух ты, три восьмерочки-то. Это у них прям волшебное число в Японии вроде. Восьмерка. Или в Китае. Бесконечность. Так, ну, в общем, вот этот сильный маневр, который был в среду, может еще продлиться. Ну, не просто так такая была сильная импульсация. Могут дальше толкнуть. Дельта также там вся фактически на продажу. Бренд. По дням, тут у нас начало периода по мартовскому и ликвидность последние вот 2 дня немножко понизилась, это нормально. Ядро пока вот по новому контракту идет 3 пятерки по 56,3. Такой отметились на 58 достаточно агрессивно, как сопротивление ставим. И ликвидность, которая 2 дня формировали уровень 54,4, 54,2. Тут уже неоднократно останавливают баррель. Это контрольный уровень так, на этот контракт. И дельта, ну, сегодня нулевая фактически, но так в основном были на продажах. По открытому интересу уходят. Соответственно, смотрим следующий. Так, вот они открывают позиции уже на новом. Тут тоже 3 дня шорты не особо хорошие. А по ликвидности сейчас мы посмотрим, сколько тут. А, здесь все основное. Активность. Соответственно, смещаем ядро. 55,8, 56,6. Это вот на апрельском уже в бренде. И плита на сопротивление 57,4, 57,8. Вот у нас так 2 недельки простояли, потом даже протестили. И поддержку тоже смещаем. Тут буквально не намного, но надо сместить. 54,7, 55. Вот тут 2 сессии, здесь 2 сессии. Это дельта. Соответственно, здесь включаем тоже в апрельский. Общая дельта за неделю, как вы видите снизу. По дням
топ, прям невероятная активность по дельте была вот как раз 18 числа. Так, и VWP на трех пятерках, прям легко запомнить. Потом ядро сейчас неделю выделим. Ядро недели в 55.15 по 54.7. Это ядро, второй уровень массивный такой у нас в районе 55.8 по 56.2. Там второе ядро фактически. Потом байеры, вот те, которые сейчас столкнули котировку к 56-й. Возьмите коридор возможной поддержки на понедельник, пригодится 55-25. Мониторьте как раз этот коридорчик, удержит, не удержит. Если будет удерживать, есть шансы на продолжение. Сейчас мы посмотрим, что там по второму ядру. Картина какая. Здесь поставим дельту. Ну вот есть, да, вот даже еще в четверг активность на покупку была, отпечатались, и как раз вот предел дельты, я просто чуть-чуть захватил меньше коридор. Вот у нас. Вот, и по объему тут получается у нас, да, все правильно, ядро выделено. И вот начиная с этого момента по вот этот, по большей степени активно были байеры. Вот его как поддержку возьмите. По сопротивлению тут, в принципе, нечего думать. Обязательно вот этот уровень 56.2 возьмите как точка сопротивления. Тут и предыдущей сессии также активность была высокая. Выходные ОПЕК. Ну, если что-то поменяется в решении, в добыче, в недобыче. Если ничего не поменяется, как видите, в последнее время ничего не меняется. Слава богу, кстати, стабильно по фундаменту идут. Процентные ставки еще, как только начнут банки менять процентные ставки, начнется колебания и на валютах, и везде. Но не бренд сейчас важен в анализе, а CL. Там больше ликвидности в разы и обороты намного выше. Так, тут тоже на апрель переключаем. Активность у нас под 19, а тут на мартовском. Нет, на еще на мартовском селе остался. Еще на мартовском. Так. Достаточно мощный $52.15, $52.55. Оборот так не маленький. Открывает позиции, оно и понятно. Открылся контракт. И ну вот первые объемчики. Поставим склейку сейчас для сравнения. Так, два дня нового контракта, судя по открытому интересу, и пик активности выше в разы, чем весь контракт прошлый. Вот, стоит обратить внимание, как-то уж перед ОПЕК они сильно заметушились. Ликвидность в среднем, если по прошлым периодам смотреть, такая же. И уже 53.6, отметка вот не за горами. Так, возьмем такой
очень активный коридор по объемам 53.10 по 52.15. Пытаются вырваться выше коридора, что в принципе неплохо для покупок. И два дня вот эти нового контракта идут на дельте на покупку. Открытый интерес тоже на открытие позиций, и ликвидность не слабенькая, что в принципе возьмите на заметку. Вполне могут чуть-чуть расширить на север. Сиелька, вот как раз мы берем март. По дельте два дня победа байеров. И сейчас мы тут поменяем немножко уровни, более точно поставим. Значит, VWP ниже, чем текущая цена, 52.6. Байеры были, давайте сейчас мы более точно это все сейчас зафиксируем. Значит, ядро байеров, где сосредоточен их потенциал, это 52.2 и прям до 52.6. Это первый коридор. Потом хороший плотный коридорчик 52.98 по сколько там, 53.14. И вот пока на нем и остановились, корректируются. Причем продолжали покупки и в массиве на максимуме, вот здесь большую часть ставили вот в этом плотном коридоре. Возьмем там темным цветом, отметим. Ну, в общем, ядро основное здесь, второй по значимости за эти два дня на 53.38. И что у нас тут в процентном соотношении? Ну, вот пик как раз в хорошая дельта в процентном соотношении в районе 52.98-53.14 золота. Золото, золото, золото. Дельта на этой неделе в основном на селлерах. Начали они свою деятельность еще на той неделе, 10-11 числа. Байеры, как видите, практически не появлялись. Буквально вот последний день было 16 число. Открытый интерес также фиксят. Скоро новый. Все, уже не успеем. DX фиксируется, поэтому покупки похоже, что позади. Тут заходили еще вот в районе 2 числа, и последний день был 6 прирост открытого интереса, и наверное пик фиксации его пришелся на 12.12-12.15. Вот это уровень сопротивления. В принципе, если нефтянка пойдет на север, может еще какое-то время удержать здесь цену, может даже чуть выше пройдет. Но пока вот такая активность. Ликвидность идет чуть выше, чем до нового года в среднем, и по дельте в основном селлеры. Считаю, что это пик, похоже, что выходят, и посмотрим, что там у нас по апрельскому. На апрельском все больше и больше оборот идет. Не такой, конечно, как там, но уже появляются в новом контракте. Вот. Так, ядро 180.
коррекция вполне до этих цен может произойти, и это не смертельно, нормальная коррекция. Но лучше, чтобы не дернулись ниже 170, и тогда уже с покупками осторожнее. VWP идет чуть выше, на 190. В общем, вот такой вот situation по золоту. На сегодня все. Всем спасибо, что пришли. Встретимся на следующем Wall Street Online в пятницу в 20:00. Вам хороших выходных, попутного тренда и прибыльных сделок, и здоровья, и счастья. Всего наилучшего. До свидания. Пока. Алло. Ну да. Ну да. Ну вот только положил и сразу набрала.